Специальное предложение только сегодняшнего дня. Максимальная выгода. Сегодня действует на жилет Мэгги. 3499 рублей. Это цена только сегодня. 1200 рублей в вашей экономии. Почему так моден жилет и он стал все чаще появляться на подиумах всего мира, мы расскажем в этом эфире. Но на самом деле, обратите внимание, жилет, казалось бы, дополнение к моему ансамблю, как нельзя кстати вписался в мой образ. И потом, если бы здесь не было жилета, мой образ был бы очень простым, как часто делают многие женщины. Но как сделать свой ансамбль индивидуальным? В этом нам помогут особенные вещи. Жилет, так же как и пиджак, и кардиган, является дополнением к любому ансамблю, будь то юбка, будь то брюки и даже платье. Да, друзья, только сегодня будет действовать максимальная скидка. Это бренд Благов. Это жилет, который представлен только на нашем телеканале. Свет, я вчера была на родительском собрании, я накинула сверху жилет для того, чтобы вот не чувствовать, что там кто-то сзади за партой будет сидеть, смотреть, какие у меня там жирочки, все ровненько и аккуратненько. Да, я хочу согласиться с тобой в том, что на самом деле жилет не просто является красивым дополнением к любому образу, но еще и маскирует наши секреты. Но прежде всего то, что меня привлекло в этом жилете, Оля, он особенный. Прежде всего давайте поговорим о модных тенденциях. В моду вошли вещи из натуральной кожи и экоматериалов. Поэтому бренд Благов предлагает нам последнюю новинку этого сезона – очень стильный кружевной имитация натуральной кожи стильный жилет. Я уверена, что в вашем гардеробе уже есть стильные кожаные брючки. Тогда пришло время создать идеальный ансамбль. Выбирайте лучшие готовые образы и обязательно добавляйте сегодня в свою корзиночку жилет Мэгги. Только сегодня действует максимальная выгода. И знаете, что это... эксклюзив. С ума сойти, какая красота. Слушай, а как размер выбрать жилета? Ты знаешь, у бренда Благо все очень просто. Мы выбираем тот размер, который носим, соответственно, ориентируясь на объемы верха. Все-таки жилет, так же как и пиджак, можно отнести к верхней базе. Ну, давайте посмотрим сейчас на детали дизайна. Их здесь очень много. И начать мне, конечно же, хочется с материала. Ты знаешь, Оль, мне нравится, когда изделие состоит из миксов. Вот в данном случае микс двух материалов. Смотрите, это сетчатое трикотажное полотно, такая вафельная сетка, на которую нанесено аппликацией методом соединения прошивки. Мы видим с вами узоры. Это не клей, все идеально прошито, это уже готовая ткань, которую бренд Благов использует для создания своей осенне-зимней-весенней коллекции. Мне нравится, что материалы, которые мы видим, вот они, аппликация, такие же, как и низ изделия. Гладь полностью черная, напоминающая кожу. Давайте посмотрим сейчас целиком на наш жилет. Уникальные разработки, которые использует сегодня бренд Благов в своей коллекции. Ну а если посмотреть сейчас на затемненную часть, здесь мы видим с вами текстиль. Текстильная поверхность, это очень важно, это вискоза, и поэтому мы будем чувствовать себя в этом жилете защищенно и никакого дискомфорта. Здорово, а выглядит прям как настоящая кожа. О, Свет, я у тебя как эксперт хотела бы спросить, вот предположим, этот жакет шился бы из кусочков фактурных кожи, да? Сколько бы он стоил тогда? Ну, я могу тебе сказать, что у жилета очень хорошая длина, и надо понимать, что на такой удлиненный жилет ткани уходит гораздо больше, плюс дорогая фурнитура под золото. Вот такой жилет в московских магазинах стоил бы из натуральной кожи 1012. О, 12 тысяч рублей, вы слышали? А у нас 3499 рублей. Эксклюзивный, от бренда Благов. Безумно привлекательный. Такого вы не найдете ни в одном другом магазине. Давайте еще раз посмотрим, как он смотрится на Светлане Воронцовой. Ну, вы знаете, мне очень нравится, как он смотрится на мне, потому что данный жилет скрыл все секреты, о которых говорила Оля. У многих женщин фигура устроена так, что не всегда мы можем, ну, быть довольны собой. Нам иногда хочется что-то выгодно прикрыть. Смотрите, здесь V-образный вырез горловины и вставки из черного цвета моделируют нашу фигуру. Сейчас мы ждем уже на подиум наши модели, и мы готовы показать, как наш жилет Мэгги корректирует фигуру. Обратите внимание на то, что за счет вертикальных линий, за счет правильных акцентов,
Этот жилет делает меня меньше. Именно поэтому акцент из черного однотонного полотна, имитирующего натуральную кожу, сделан был на самых проблемных участках. А вы хотите постройнеть без диет? Вы хотите идеальный силуэт и жилет, которого нет ни у кого? Звоните прямо сейчас. Только сегодня максимальная скидка. Бренд Благов 1200 рублей вы сегодня экономите. Напомню, что все звонки бесплатные и оплата у нас происходит по факту получения. Сейчас вы просто бронируйте. Ну вот давайте посмотрим на Лали. Лали, так же как и я, выбирает юбку Сангри и жилет Мэгги. Они сделаны из одного материала и выглядят как костюм. На юбке Сангри мы видим те же с вами ажурные вставки, что и на жилете Мэгги. Я считаю, как стилист, это отличное завершение и дополнение вашего образа. Угу. В отличие от меня, Лали надела стильную блузу в горох. Класс. Она появится в нашей программе позднее. Называется «Нежность». Вы можете заказывать все размер в размер. Блуза «Нежность», красный цвет в белый горох, жилет Мэгги и юбка Сангри. Ну, слушай, на Лали бесплатная доставка. Это тоже не немаловажно. Мамочка моя всегда мне звонит, говорит: Оль, давай вместе что-нибудь закажем. За доставку ничего платить не хочу. Ну, тут не надо никого уговаривать. Берем готовый ансамбль. Я считаю, такую гармонию разделять никак нельзя. Жилет Мэгги и юбка Сандри, и получается бесплатная доставка. Светочка, скажи мне, пожалуйста, как мы будем за вами ухаживать? Я имею в виду, стирка какая у нас? Ну, здесь, ты знаешь, на самом деле материалы очень хороши. Как я уже сказала, это текстиль, имитация на натуральной кожи и посажена на вискозное полотно. Так вот, преимущество этого материала в том, что за ним легко ухаживать дома, обычная стирка при температуре 30 градусов. И самый плюс еще в том, что этот жилет не надо гладить. Вот, Оля, ты сейчас видишь, насколько наш жилет Мэгги эффектно подчеркивает соблазнительные формы каждой женщины. А вот за счет чего мы выглядим стройнее, я хочу еще раз акцентировать внимание на Лале. Давайте посмотрим целиком на наш жилет. Итак, здесь мы видим с вами широкие лямки, можно так сказать. Именно за счет этого они обрезают наши плечи, делая фигуру верха и верхнюю зону изящнее. Имитация V-образного выреза горловины удлиняет наш силуэт, и это очень важно. Жилет, застегиваясь на очень оригинальную фантазийную застежку, позволяет нам видеть небольшое расстояние между бортовыми зонами. Есть это расстояние, поэтому этот жилет продолжает нас стройнить. Стройный, потрясающий по своему дизайну, не продается ни в одних других магазинах. Эксклюзив от бренда Благов. Еще раз, такой настоящий кожный жилет, если бы вы шили на заказ, он бы стоил минимум 12 тысяч рублей. Не упустите свой шанс сегодня. Сегодня действует максимальная скидка 1200 рублей. Представьте себя вместо Лали. Какая вы, посмотрите. Все девочки будут у вас спрашивать, откуда у вас такой жилет. И делайте свои покупки прямо сейчас, с утра, пока все размеры в наличии. К вечеру уже, к сожалению, всех размеров не будет. Я желаю вам удачных покупок. И еще такой вопрос, Светочка, напоследок. Скажи, пожалуйста, вот когда нужно носить жилеты? В какое время года? Хочу сказать, что такие вещи из ткани, имитирующей кожу, можно носить круглый год. Ты можешь надеть его летом, ты можешь надеть его осенью, зимой, сочетать с теплым свитером, водолазкой или нарядной блузой. И еще вот так вот поделай. Даже платье. Вот так вот поделай. Все нормально. Все очень удобно. Жмет. Хорошо. Надо брать.